red light, 9 in the a.m. Horns are honking, can't stand the heat. Tri-state roadway headache. The rhythm of the city doesn't match my beat. East side, west side, don't you believe the hype? I no longer give a damn. Big town, uptight, small town, moonlight. I need to breathe, I need some air. I'm going back to the roots, back to the beginning, into the soil of the dirty groove. I'm getting down with Waylon Jennings, where the grass is blue, where the sky is a limit, through muddy waters and muddy grooves. I'm going back to the roots, roots. Знаете, обычный вопрос: как мне начать ездить на велосипеде на работу? Как можно ездить на велосипеде на работу? У меня в городе машины. У меня в городе ямы. Короче, полный пиздец. Отстой. Но я очень хочу. Я просто поражаюсь всегда этими вопросами, потому что, ну, очевидно же, что, ребята, если велосипед не является образом своей жизни, он не вписывается в образ своей жизни, то ты никогда не начнешь ездить на работу. Просто. Для тебя велосипед — это аксессуар. А если велосипед — часть своей жизни, то у тебя и вопроса не встает, ехать или не ехать. Как ехать? Да как? Ты просто сел и поехал. Понимаете суть? Ну, представьте себе, что вы толстая личинка, которая никогда не занималась спортом, но на велосипеде вы будете ехать 12-16 км в час в любом случае, как бы вы ни ленились. Ну, это 6-8 километров за полчаса. В городе это очень далеко. Чем не повод попробовать? Into the soil of the dirty groove. I'm getting down with Waylon Jennings, where the grass is blue, where the sky is the limit, through muddy waters and muddy roots. I'm going back to the roots. I'm going back to the roots, back to the beginning, into the soil of the dirty groove. I'm getting